Обзорная точка. Тут можно использовать визор. Видимо, это и есть холм, о котором говорил тот воин. Это бинты. Здесь они сделали привал. Сона была здесь. Этот лук долго и верно служил хозяину. Вымотаны после сражения. Никто бы не стал бросать его. В отряде Сона потери. Тот воин не единственный, кто был ранен. Следы и кровь. Сона с отрядом шла к тому хребту. Ha!
Мертвый Белозуб. Может, его убили люди Соны? Повезло тебе сейчас. Еще мгновение, и Белозуб разорвал бы тебя на куски. Полмгновенья, и я б сама его убила. Так вы и есть вождь Сона? Варл послал меня. Он защитил врата? Да, доблестно. Я видела, как он сразил машину, но он за вас боится. Нашему племени нужна сила, а не страхи. Я нашла убийц, напавших на племя. Я жажду мести. А ты? О, да, еще как. Так докажи. Мне нужна твоя сила. Идем. Убийцы вот за этим гребнем роются в проклятой земле. Там похоронен грех предтеч. Машины-демоны. Я про них знаю. Убила одну у дозора матери. Смелое заявление. Подкрепишь ли ты его делом? Полезная травка. Правда, горькая. Остальных я отправила прятаться вон в ту рощу. По сигналу они атакуют. Враги и машины превосходят нас числом, но зато ярость придаст нам сил. Может быть, по-другому. Объясни. Огнежар. Они применяют его для взрывов. Так и яму эту вырыли. То есть надо его поджечь и... Вот. Так и поступим. Стоп, стоп. Не торопитесь. Давайте я сначала к ним подкрадусь. Если я их спугну, стреляйте. Хорошо. Но прояви себя.
Кому-то из нас не повезло. Тебя не останется.
Это не все убийцы. Точно было больше, я их считала. Ну ничего. Я готова гнаться за ними хоть до предела копья. И дальше. Слушайте, вы ранены. Мои раны не твоя забота. Я понимаю вашу решимость, но вам нужен отдых. Она права, вождь. Дай ранам время зажить. Варл, что ты здесь делаешь? Я приказала тебе остаться и защищать врата. Я и защищал, пока туда не прибыл гонец и не рассказал о встрече с Элой и о том, где ты. Врата под надежной охраной. Я должен быть здесь, с тобой. Я хочу отомстить. Это мое право. Я пока осмотрюсь здесь. Может, пойму, куда пошли остальные убийцы. Мне все равно. Меня никто не слушает. Мама. Командиры, за минувший месяц из-за взрывов огнежара погиб десяток бойцов. Поэтому в Железном кольце я распорядился поместить все запасы огнежара в крытое хранилище, защищенное от искры молний, а также приставил к нему охрану. Или примите аналогичные меры, или ответите за последствия. Начальник снабжения Фиран. Хранилище с огнежаром прямо внутри лагеря. Взорвем, и мы победили. Кое-что узнала. Остальные убийцы разбили лагерь в Железном кольце. Вы знаете, что это? Чтоб их. Железное кольцо в руинах злости беса. Это запретная земля. Я вернусь к матриархам. Попрошу разрешения. На это нет времени. За кровь своих надо пролить кровь врагов. Если земля проклята, наша месть вернет ей святость. Богохульник. Прошу тебя, нарушь запрет. Злость беса – проклятое место. Но, может, метка искателя нас защитит. Отправлю разведчиков. Мы соберемся возле утеса над Красным Эхом. Оттуда и пойдем в атаку. Хороший план. До встречи.
Тихо, тихо! Запас карман не тянет. Один удар. Вару уговорил про лагерь бандитов среди руин. Должно быть, он там. Тут нужно быть ночью. Thank you.
Однако и пока никаких вестей. Что-то еще нужно? Мне пора идти. Я понимаю. Там наверху деревня Нора. Я склоняюсь перед тобой в смирении. Я обещала Варлу и Соне прийти к Красному Эльфу. Я должна сменить оружие.
Рад, что ты пришла. Надо же. Рад. Скажем, у нас общий интерес. Меня зовут Нил. Видишь вон те старые камни? Под ними засела шайка разбойников. Расшатаешь камни, и тогда эти червяки вылезут наружу. Так-то... Зачем они здесь? Племя Нора ослабело. Слухи растекаются, как кровь. Граница больше не охраняется, и сюда идут те, кто жаждет убивать. Мы с другом несколько дней выслеживали эту погоню. Он умный, но решил уйти без меня. А ведь мы с ним на эту тему говорили. Ну, я понимаю. Трудно терпеть, пальцы сами просятся на тетиву. Может, мы с тобой поработаем вдвоем? Перебьем их. Я тебя не знаю. И не спешу тебе доверять. Доверие давно уже стало роскошью. Я простой путник, у которого есть лук, который не терпит беззакония и потерял напарника. Да нет в тебе ничего простого. Давай я скажу по-другому. Ты разбойница? Конечно, нет. Тогда тебе нечего бояться. Ну ладно. Кто-то должен остановить злодеев. Спокойно. Ничего они не сделают. Разве что покричат. Давай иди первая. Так хочу посмотреть, на что ты способна. Видишь устройство? Дадут сигнал, придет подмога. Удобно. А если тебе вдруг захочется совершить подвиг, там у них пленники. Волосы теперь 100 лет не высохнут.
Если сигнальное устройство сработает, оно поднимет сильный шум. Припасы кончились. Мне нужно. Устройство отключено. Что-нибудь.
напали! Я вижу ее! Искатель, можно к тебе обратиться? Искатель, не снизойдешь ли ты до беседы со мной? Такая честь! Я хвала Великой Матери! Что с тобой? Тебе что-то нужно? Да. Мы видели, как ты расправилась тут с разбойниками. Мы рады. Они обирали нас. Гонялись за нами для смеха. Мы не воины, мы изгои. Мы беззащитны. А как вы все оказались здесь? Спрашиваешь, почему мы общаемся вопреки закону? Но как нам еще здесь выжить, когда мы оказались в необъятии одни? Я вас не осуждаю. Я тоже была изгоем. Прости меня. Вопрос понятный. Это я всех убедил. Сказал, что нас приговорили к изгнанию. Но не обязали же погибать. Это умный подход. Откуда вы прибыли? Кто-то уже много лет бродит по священной земле. Что до меня, мою деревню сожгли в пору красных набегов. Мне стыдно, что я не защищал ее вместе с другими. Но я стал изгоем задолго до того, как пришли Карха. А почему тебя изгнали? Я был глуп. Отказывался делать, что мне велели. Отлынивал от охоты всеми правдами и неправдами. Постоянно ссорился с родными, задирал других воинов. Как-то раз мы разошлись не на шутку. Я его ударил. Он просто рухнул и умер. Некому было за меня заступиться. Они правильно сделали, что изгнали меня. Кажется, теперь ты совсем другой человек. Да уж, надеюсь. Мы все здесь изгои, но чтобы выжить, надо держаться вместе. Ненавистный нам лагерь теперь может стать нам домом. Ты позволишь нам остаться? Позволишь, даже если это будет вопреки воле матриархов? Конечно, оставайтесь. Ха, я надеялся, что ты это скажешь. Ты так нас всех вдохновляешь.
Спасибо. Я хочу путешествовать налегке. Правда ведь это приятно. Задержать свой последний вздох и выпустить. Твоего напарника нет. Его убили. Удивляться нечем. Он в последнее время распоясался, стал дерзко себя вести. А ведь я ему говорил, всегда нужно упиваться убийством, а не схваткой. Забудь о нем. Мы вдвоем и так справимся. Я и голос наших зубов. Ты дал им луку? А ты нет? Ну так уж и просто. Броня сделана по мерке, а лук ты держишь. Я тебе про чувство справедливости. Я был солдатом, только воевал дольше, чем длилась сама война. Зазор в броне, куда пробивает стрела, вот где мое место. И я всегда нахожу его, как домой вернуться. А на машины не думал поохотиться? Не, машинам нельзя заглянуть в глаза. Разбойники тебе что-то сделали? Всем сделали. Если живешь как мерза, то и сдохнуть придется так же. Так ты их убиваешь для благого дела? Нет, нет. Для забавы. Я больше не могу ждать воин. Жизнь коротка и пресна без трепета смерти. Убьешь члена племени, тебе будут мстить. Убьешь кабана, заноют, что переводишь мясо. Но разбойники, они опасны, они не сдаются без боя. И никто не ноет, что их убили. Не знаю, кто хуже. Они или ты? Мы живы, они нет. Ясно же, что мы лучше. С этими все. С этими? Боюсь, что да. Но мы живем в мире полном руин. Разбойников влечет к ним, как заразу к ране. Ты же не дашь заразе пустить корни? Мы еще свидимся. Может. Но мне бы не хотелось. Мою работу ты узнаешь сразу, как и я твою.
хорошее мясо. Возьму в дорогу. Сюда и устроил погром. Нас было двое, я и тот пацан. Вроде его звали Стар. Мой первый арест. Радостный день для всего семейства Мати. Достался им сыночек. Это можно хранить. В детстве это было проще. Какая-то фигурка. Кажется, это Банук.